Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Валдай, и мы продолжаем проходить игру Crysis 3. И в прошлой серии, как помните, мы взорвали к чертям собачьим целую дамбу. Ну и, собственно, продолжаем наше путешествие по этой замечательной игре, и нам нужно проникнуть в комплекс сбора системы XL. Помните, псих говорил, что у них есть два типа добычи электроэнергии. Это дамба, которая больше не существует, и, собственно, комплекс XL. Куда мы с вами, видимо, и направляемся. Так, вот мертвые солдаты, которых, видимо, прибило вместе со мной этой волной в прошлой серии. Ну и побежали потихонечку. Давайте так осмотримся с помощью сканера. Вроде никого не видно. Иначе пока можно не опасаться. Ну, в принципе, люди-то черт с ними, я их особо не боюсь, а вот цефы. Дополнительная цель разведывает маяк цел. Так, где этот маяк, нам, естественно, не покажут, да, я так понимаю. А вот где-то там, наверное, что ли. Получается. Ну, допустим. Хорошо. Офигеть. Не знаю, лучше туда не падать, мне кажется, вниз. Там ничего хорошего не будет. Так, давайте, наверное, перепрыгнем сюда. Так, контрольная точка. Что это такое? Какие-то данные загружены были только что. Так, ну врагов пока не видать. Пока все замечательно. Тут ничего у нас нету в этом закутке. Вроде бы ничего. Так, ну я так понимаю, в любом случае нужно вниз прыгать, да? Блин. Ладно, давайте максимальная защита. И поехали. Прекрасно. Так, и, собственно, не знаю, в ту сторону неохота. Ладно, пойдем сюда, прямо сюда. Так, надо быть начеку, потому что мало ли что. Через каждые несколько шагов сканировать по новой сканерам, так что там было такое. Контейнер данных. Ну, давайте возьмем. Раз что тут недалеко. Мы, собственно, поднимем. Соберем данные. И здесь у нас куча трупов. И стиральная машинка. Окей. Стиральная машинка мне явно не нужна. Она не работающая, к сожалению. Так, быть может, домой забрал, поменял вместо своей старой. Ну ладно, как бы то ни было, пойдем дальше. Так, давайте. Тут, наверное, поднимемся. Так, и слышны чьи-то голоса. А вот, собственно, и видны враги. Притом тут их довольно-таки много. Реально много. Тихо-тихо-тихо, ничего ты не видишь? Да чтоб тебя, неужели запалили уже сразу сходу? Ну это просто фейл, ну в принципе, это по моей части, на самом деле, в самом начале серии запалиться. Так, ну хорошо. Подождите, а почему без глушителя? И не с глушителем, а ствол с глушителем. Все нормально. А, подствольный, потому что это нет. Расширенный боезапас, одиночный огонь. Ну, одиночный огонь, конечно же. Чуть мне просто показалось, как это громко. Ой, черт. Кончается у меня энергия. Давайте немножко подождем, установим ее. Блин, врагов, конечно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Довольно много. Но, по крайней мере, это все люди. Это уже радует. Так, тихо. Не пали меня, олененок. Все хорошо. Так, все просто замечательно. Давайте, наверное, сюда добежим. Где-нибудь тут скроемся. Тут нас, по идее, не увидит. Давайте немного восстановим энергию и пока посмотрим визором, что мы здесь видим. О, там есть стрелы. Вот это просто шикарно. Это то, что нужно. Черт, запалили, гады. Сзади. Ах ты ж, блин, а. Печаль, печаль, тоска, беда. Так, тихо. Пока не видят. Давайте аккуратненько выходим. Смотрим. Граната? Да думаешь, что это? Быть может, мы его нафиг. Что это было? Что это было? Это была граната, которую ты кинул. Так, один готов. Следующий. Черт. Так, готово. Там еще один. Ну пойдемте уже уничтожим, потом сходим за стрелами. У нас тут поблизости. Блин, я его не вырубил.
Отлично, теперь готов. Так, ну там сверху. Можно, по идее, было бы снять, но мне его не видно. О, нифига себе, попал. Практически наобум, но попал. Так, еще трое осталось. Так, ну что ж, замечательно. Давайте глянем, где они. Где-то совсем рядом, вот они. Первый. Огонь по нему. Ты меня не видишь, чувак. А я вот тебя вижу. Притом вижу довольно-таки хорошо. Ой, пещерный, ой, пещерный, как. Да чтоб тебя. Давай, убивай его нафиг. Фу. Фейл его, конечно, но главное замочил. Ладно. Черт и с ним. Теперь давайте доберемся до стрел. Собственно, и посмотрим, что это такое вообще. Какая-то покореженная машина. Отлично. Пополнили боезапас стрел. Теперь возьмем, что это такое. Какие-то данные. А, дополнительную миссию мы выполнили с вами. Тем самым. Ну что же, прекрасно. По-моему, просто замечательно. Так, это что такое? Набор модернизации. Давайте возьмем тоже. Потом как-нибудь модернизируем. Так, это значит не пройти нифига. Подглючивает немного. Ладно, окей. Давайте уже играться и двигаться по главной цели. Вперед. Что там было снайперское? На самом деле надо оружие принять, потому что у меня вторая пушка моя просто выбешивает. Давайте на нее и заменим. Посмотрим. О, да. Вот это, по-моему, гораздо лучше. Подождите, стоп. А что-то, блин, не то я взял, походу, пьесы. Так, ладно, хорошо. Давайте посмотрим еще какое-нибудь оружие. То же самое. Ладно, пофигу. Так, поставим эту пушку глушить ветра в таком случае. Замечательно. Ну и пойдем потихонечку дальше. Нам, я так понимаю, куда-то сюда. Видимо, в обход. Прямого пути я пока не вижу. Ну что же, обход, значит, обход. Что такое было там? Или просто удерживать, чтобы схватиться? Да. Просто схватить ее. Нафиг не будем еще хватать. Никаких предметов посторонних. Пойдем дальше. Блин, как-то даже обидно. Эту пушку хотел принять, вместо этого поменял почему-то другую. И она не менее поменялась, просто добавился новый прицел. Что скорее всего. Так, и нам нужно, видимо, вот туннель. Блин, красивая, конечно, графика просто до сих пор производит такой вот вау-эффект. Несмотря на то, что далеко уже не первая серия, но все равно каждая новая локация просто поражает воображение. Своей красотой, своим разнообразием, своим, не знаю, прорисовкой, деталями. Командир Ромео, Ромео 1. Я все еще в заперти. В лифте. Нужна помощь с возвращением на базу. Ромео 1. Спокойно. У нас есть дела поважнее. Ты прав, псих. К ней привыкаешь. Она мне начинает нравиться. Ерунда. Да уж. Бедолага псих, бедный, сидит до сих пор в этом лифте. Ну, вот такие эпичные события происходят, ему тоже хочется поучаствовать, но приходится сидеть заперти. Да уж, а Клэр, конечно, вот так нормально троллит. Сейчас, говорит, у нас есть дела поважнее. Как-нибудь позже, говорит, тебя достанем. Офигеть. Ну, что могу сказать? Могу только вам посочувствовать. Это водопад. Не нравится мне это, между прочим. Вроде пока без последствий спрыгнули. Не такой уж он большой оказался. Так, маленький водопадик. Так, а что у нас тут? Пока никого не видно. Офигеть, конечно. Даже не верится, что вот это город не... Ромео 1, ваша основная цель – поле зрения. Устройство системы X в добывающем комплексе в нескольких сотнях метров под землей. А система управления прямо над ней. Тебе нужно найти путь наверх. Охренеть. Просто офигенно все прорисовано. Так, ладно, хорошо. Путь наверх. Можно пройти по этому туннелю, можно пройти с той стороны. Давайте пойдем по открытым пространствам. Не люблю я замкнутые небольшие маленькие туннели какие-то непонятные. Это мне гораздо больше нравится. Так, проникнуть в комплекс сбора информации на XL. А, ну, собственно, основное здание наше прочиталось просто еще раз, потому что навел прицел на точку, куда нужно добежать. Ну и, в принципе, мы почти подошли уже. Осталось 150 метров. Отказа системы? Это что еще такое? Это, быть может, потому что электричество вырубил немножко в прошлой серии. Быть может, поэтому. Так, ох, офигеть.
Мне, видимо, сюда. Видимо, я пришел по адресу. Так, контрольная точка замечательная, конечно, и теперь тут наверняка будут видны враги. Так, это что такое? Оборонительное орудие есть тут. Окей. Это, конечно, не очень хорошо, но окей. Ромео 1, ситуация критическая. Сел продолжает работу Нексуса без матрицы стабилизации. Весь объект может рвануть в любой момент. Начинаем операцию «Гневный молот». Взять под контроль выход энергии, чтобы безопасно отключить систему X. Вас понял. Ну, конечно, прикольная информация, что все может взорваться в любой момент, а мы, собственно, здесь как раз сейчас бегаем. А еще у нас кончается энергия, иначе запарят наверняка. Это будет печально. Так, давай скорее установим ее. Отлично, готово. И теперь, наверное, самое то будет взломать, постараться эту пушку. Она бы нам сильно помогла. Так, отлично. Все получилось. А нет, смотрите-ка, по ним она не стреляет. Ну и ладно, собственно. У нас же есть снайперка. Интересно, можно поставить на него глушитель? Да, можно. Замечательно. Так, и прицел получается у нас. Штурмовой. Это для автомата, какой-то прицел. Просто супер. У нас, конечно, палец был. Фигло так. Так, они подозрительные стали. Но пока нас не замечают, это радует. Давайте тогда издалека их поубиваем, аккуратненько постараемся, по крайней мере. Даже не заметил. Готов. Так, тут за оградом убежит к нам куда-то, по-моему. Ну и черт с ним. Так, стоп, энергия. Энергия, энергия. Давайте по новой остановим, пока обезвредимся. Чтобы время не терять понапрасну. Ну и теперь пойдем дальше. Собственно, еще двое врагов, так понимаю. Блин, нам их пока не видать. Печально. Давайте поверху мы аккуратно прибираться. Тут тоже энергию позарядим немножко. Чтобы она не кончилась в самом подходящем для этого момента. Так, ну и теперь давайте посмотрим. А нет, по-моему, все остальные враги у нас за этой оградой. Ну что же, хорошо. В таком случае берем, наверное, вторую пушку. А с питанием у них реально беда, по-моему, случилась полная беда. Так, там тут пока нас вроде никто не парит. И нам, скорее всего, нужно вниз. Вот туда, я так понимаю. Да, так оно и есть. Ух ты, труп. Интересно, что ж такое с ним произошло. Кто его здесь сожрал? Какой-нибудь цеф? Так, а что это такое? Управляемая мина? Это я, конечно, вовремя заметил. Так, а как ее выключить? Можно как-то выключить, нет? По-моему, нет. Это печально. Это очень печально. Так, хорошо, если в нее стрельнуть. Охренеть. Ну и теперь, естественно... Все знают о моем появлении здесь. Выкурим его. Давай, выкуривай. Так, ладно, давайте, наверное, сваливать куда-нибудь. Правда, не знаю, куда. Вот какая-то лестница. Наверное, не лучше всего. Так, давайте сначала энергию установим здесь, в этом месте. Черт, запалили. Да как же так-то? А? Наблюдатель. Так, подождите, где еще враги тогда в таком случае? Вот один еще, неотмеченный. Вроде бы и все пока что. Ладно, давайте подниматься. Ага, вот он. Так, тихо. Один готов. На одного неприятеля меньше. А значит, нам чуть проще. Так, и у нас полная жопа. А, собственно, с маскировкой. Но это временно, теперь все нормально. Теперь давайте ползком аккуратненько приберемся к ним и постараемся их всех там поубивать. Очень постараемся. Так, ну и, собственно, первые двое. Так, аккуратно, аккуратно. Готов, готов. Вперед ты. Да, ты. Так, укрытие. Ох, там еще, по-моему, парочка спустилась. Да, так и есть.
О, Грена кинули ко мне. Ох, нехорошо уже. Ох ты ж, блин, как не вовремя. Так, ладно, этого мы и так снимем. Пофигу. Без всякой маскировки обойдемся. Так, что теперь? Еще выше можешь пройти. Хотя, по идее, не обязательно. Но просто в ту сторону нужно двигаться. Ну, давайте аккуратненько тратой пойдем. Мне кажется, там какая-то хрень ездит на колесиках. Ну-ка, сканером. Не сканируется, да? Хорошо. Так, ладно. А вот это, по-моему, пулемет. Так, тихо. Ладно, давайте энергию установим пока что. Также нас не увидит отсюда наверняка. Тихо, тихо, совсем близко. Совсем близко, нехорошо это. Так, готов. Ах ты ж, блин. Да чтоб тебя. Теперь я не знаю, где мы. Там какой-то, по-моему, мне кажется, какой-то робот, что ли. Что это такое? Что это за хрень? Давайте глянем на него. В прицел. Да, смотрите, реально робот еще и с тем самым. Ох ты ж, черт. Как хреново, они кинули гранату. Ну ладно, тут, по крайней мере, укрытие. В пулемет. Так он безопасный. Так, мне, собственно... Да-да-да, сейчас сражусь. Так, давайте, наверное, эту хрень отсыпем. И тогда уже сразимся. Вот так лучше. Так, тихо. Ну что, с другой стороны появились? Вот жесть. Тихо-тихо, укрытие, укрытие. Давайте включим максимальную защиту. И теперь поехали. Так, надо уже хрень уничтожить. Хм, по-моему, готово. Теперь ему нечем стрелять. Отлично. Так, укрытие. Переждаем, а пока переждаем, сканируем еще врагов. Так. Четверо. Еще четверо. Больше пока вроде никого не видно. Ну что же, окей. По стелсу, конечно, 60-й получится. Так, этих гранат не надо. Гранат — это плохая идея. Короче. Еще маскироваться с пулеметом, правильно? Давайте встанем в полный рост и покажем вам, кто здесь хозяин. Так, готов, теперь того. Блин, не простреливается, чтобы офигеть. Тихо. Еще один пришел. И еще. Готов, теперь этого. И еще один. Так, энергия пока есть, пока нормально. Что у нас с врагами? Еще один робот, что ли, получил? А, нет, человек. Был человек. Так, ну что, все или не все? Там немерено патронов, немерено оружие, но... В принципе, по большому счету, пофигу. Так, ну, подкрепление пока больше не видно вроде. А вот еще один стоит, железный снайпер. А что ты не высовываешься? Высунулся давно уже, я умер точнее. Ну хорошо, теперь нам, наверное, этот лифт. Поехали. Так, давайте на всякий случай включим максимальную защиту. Ох, как его снова глючит. Ромео-1, вы приближаетесь к комплексу сбора энергии. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы мы смогли отключить Нексус. Вырубите, говорит, их быстро. Но я, конечно, постараюсь. Очень постараюсь. Ну это просто офигеть. Так, что мы здесь имеем? Врагов пока вроде как и не видно. Но это, конечно же, обманчиво. Так, и, собственно, не видно и точки, куда нам нужно идти. Контейнер данных. Это что такое? Это ящик с боеприпасами. Данные сел. Но это все не то. Ладно. Видимо, придется искать самому. Окей. Поехали. Может, это оно? Нет? Блин, мне кажется, здесь просто все рванет. И это будет совсем не клево. Стоп. Нафиг пулемет. Полный боезапас. Так, это тоже не то, да, получается? Окей, а вот появилась точка. Можно с тобой опасть. Значит, плавать-то можно в этой хрени? По-моему, не особо.
Это ж блин, а? Так, тихо. Где подняться-то? Ничего, блин, где залезть? Хреново. Тут ты не заберешься, да? Не хочет. Ладно. Давайте пока залезем обратно. Да чтоб тебя, а? Ну же, давай. Не хватало где еще померить. Как набираться-то отсюда теперь? Отлично получилось. Так, давайте подумаем. Нам, по идее, туда. Может быть, как-то в обход стоит пойти, наверное. Наверное, это будет логичнее. А вот, смотрите, активировать кран. Замечательно, вот оно что. И теперь, наверное, с этого крана сможем уже запрыгнуть. И оп, отлично. Да, прыгать далековато, конечно. Ну, попробуем. Замечательно. Вот, видимо, первая из двух точек, которую можно вырубить. Да что же его так накрывает-то, боже ж ты мой. Пророк, что с тобой такое? Так, что там удерживать? Очередная какая-то хреновина. Нам она явно не нужна. Теперь-то куда? Видимо, обратно. Вот она, теперь туда. Или нет? Блин, мне это не нравится совсем. Да нет, наверное, явно не туда. Наверное, в ту сторону теперь. Давай сюда уже бегаем. Там, по крайней мере, выберемся побезопаснее, нежели здесь. А вот так и есть, да, вот точка появилась нам сюда, все верно, в другую сторону. Ну что же, готово. Что теперь? Окей, Ромео 1, давай отключим систему X раз и навсегда. Давай. Я согласен. Припасов максимум, что получается у меня. Ох ты ж, блин, только это еще упадало. Сволочи такие. Так, мне их даже не видно, да? Замечательно. Окей. Давайте попробуем выйти сюда. Маскировки, посмотрите еще раз. Собственно, кто это или что это по нам стреляло? Это хреновина? Офигеть, она сканирует нас. Так, ладно, ничего страшного, он не упадет. Давайте немножко отсидимся. А теперь пойдем вырубать. Даже побежим скорее. Так. Ох ты, блин, еще злом начинает. Да офигеть. Нет, это нереально. Так, у нас явно ничего не выйдет. Нужно установить энергию и делать невидимость. Чтобы, по крайней мере, по нам не стреляли. Замечательно. Но это будет, по-моему, очень трудный злом. Нет. Да чтоб тебе, а? Нет, опять нет. Черт. Хорошо. Еще разочек. Готово. Офигеть, как ее мотают. Да что ж такое-то? Давай. Нет, последний. Почти дошел, а? Фу. Это будет непростой взлом. Окей. Еще разок. Много фейлов. Не сможем. Вообще, по идее, нужно это или не нужно? Наверное, нужно. Да чтоб тебя. Вообще нереально сделать. Так, ладно, хорошо, давайте последний раз попытаемся. Если не получится, то хрен с ним. Попробуем, давайте не торопиться. Давайте сделаем аккуратно. Да чтоб тебе, ну как же так-то? А, блин, нет, теперь это уже дело чести. Я смогу, я сделаю. Ну или не смогу. Да пошло вам все в задницу, короче. Пофигу. Бежим. Просто бежим.
этом месте что-то есть. Видение. Энергетические поля вокруг системы Х нарушают медиацию между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущения дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения – предсказания, а не галлюцинации. Как скажете, Ромео-1, только продолжайте миссию. Ну а куда же мне деваться? Конечно, продолжу. У меня, в принципе, выбора-то нет особого. Так, ну что ж, хорошо. Где мы, собственно? Слышите? Тихо. Прикрой меня! Прикрой меня. Сейчас тебя прикрою, блин. Сволочь такая. Так. Как минимум двое. Нет, не двое. Больше. Трое. Четверо. Чисто! Окей. Так, давайте войдем обратно в лифт. Помогите! Сейчас, подожди, я тебе помогу. Не кричи. Сейчас все будет хорошо. Да чтоб тебя, и зарядка. Да блин, какой живучий гаденыш попался, а? Окей, готов. Следующий. Ну это легкая мишень. Помогите! Офигеть, ну почему он не убивает с первого выстрела? Не могу это понять, я стрельнул прям в голову, четко в шлем. Вот оно, полите им! Спасибо, пророк. Спасибо. Сегодня мы восстанем и сбросим с себя оковы. Это первый день свободы. Кто это говорит? Очередные какие-то галлюцинации у него, что ли? Так я понимаю. Или что это за хрень? Ох, офигеть, какое место. Вот они, блин, технологии будущего. Так, ну давайте. Псих, я внутри. Давайте. Взламываю систему безопасности СЭЛ. Интересно. Что? Нет, они не могли быть настолько глупы. Это еще что такое? Что это за хреновина, мать ее? Альфа-Сеф. Мне кажется, мне пора валить. 5. Вот дерьмо. Офигеть. Вот это было жестоко. Да уж, проглючило, конечно, слабо. Но это и не было. В очередной раз смогли насолить сел. Вы только посмотрите на это. Это просто пипец. Таро, ты в порядке? Да. Ха-ха, это было круто! Мы сделали это! Нет, система Х. Их источник энергии — это Альфа-Цеф. Твои видения правда. Значит, конец света близок. Нет, это значит, тварь на свободе. И я могу убить ее. Да уж. Это было жестоко. Но о том, что будет дальше, мы с вами, дорогие друзья, узнаем уже в следующей серии.
Это из баз данных Cell. Похоже, мы раскрыли очень важную тайну. Это существо было источником энергии Cell. Альфа-Цеф. Он гораздо сильнее, чем я думал. Но я заметил кое-что непредназначенное для моих глаз. Если они сумеют забраться ко мне в голову, то, возможно, я смогу проникнуть в их мозг, найти их слабое место. Псих, где тут слот для костюма? Ага. В лаборатории, где Сэл держали меня. Встретимся там через 30 минут. Осторожно, Майкл. Некоторые вещи простить невозможно. Ну что ж, дорогие друзья, следующая серия обещает нам быть крайне интересной. Но это мы уже узнаем в следующий раз. Ну а с вами был я, Валдай. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте большие пальчики вверх. И не забывайте про комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.